Милел, спасибо большое за донат. Смотрим. На днях я посмотрел в Ютубе ролик. Я смотрю, у меня что-то начинает... Ну это монтаж же, блядь. ...полыхать всеми. Ты видел, ты что-то это, а что ты ему ответишь? Я не понимаю вообще, что происходит. Начнем по порядку. Я думаю, вы знаете, что около 2 месяцев назад мы с Алишером предложили Тиману спродюсировать трек. Я быстро на студию, мы бомбанули трек, я звоню... На помощь, спасибо! Я говорю, такая Лепец, тема, наверное, сейчас видели, перебежим знаем, на резерв, там мы с кайфом, это, мы то. В общем, у меня на студии толпа. То есть Алишер отвечает за текст, я отвечаю за бит, ну и, собственно, вот и все. И изначально он даже не отвечал мне. Я думал, он так мне и не ответит. Получается. Да, я думал, ну все, получается, фигня какая-то. По итогу люди прыгают в трек, которых я даже не знаю. А потом, да, все это вышло, все это гремело. Но в итоге дядя Тимур соизволил ответить 2 молодым хулиганам. Просил принять участие, я принял. Набрался смелости, приехал к нам в трэп-дом. Мы сделали действительно главный хит его карьеры. Действительно, как получилось. Меня это как-то так воодушевило, и так мне это понравилось, что, в общем, с удовольствием принял участие в таком неожиданном квизе, в такой неожиданной проверке. Так, вы и так видели, что трек взорвал все чарты, все каналы радио, это понятно. Вот все вокруг так полыхнуло, это все начало так бурлить, то есть оно... Я это, по-моему, даже смотрел, но интересно реально, пошла эта тема, и на, в общем, все полосы попала. Слушай, а вот чисто гипотетически, если бы к тебе пришел Тимати, ты бы ему какой бит продал? Не знаю, но я бы ему бас пернул. Дом трапа. Прости? Я бы пернул ему в бит и скрыл бы это. Да нет, ну так же, ну тут так. Дамы и господа, вы все правильно поняли. Можно отписаться. Пожалуйста, не спешите выключать это видео и отписываться. Сначала вы должны все сами увидеть и услышать. Ну с чего так? Почему спустя месяц? Не мог он сразу, я сразу бы удалил. Все, смотри, смотри. Включай. Ой, да, Тимати. Ну, надеюсь, он не убьет. Прокачаем бас, этого. Прокачаем бас. Как думаешь, как, что мы будем делать? Мы ему рыгнем или пукнем? Я напердим в бас 100%. Так, ну у тебя есть там запасы, что я вот пытаюсь. Но вы офигели? Что делать? Мы можем взять готовый звук. Да нет. Или это реально, типа, его реакция? Я могу пойти горошко повесить. Неправомерно вы используете мой контент. Да, Black Star. А там еще за Ивана. Какое интересно проходит времени. Отомсти за Егора Кривенко. Ну зачем? Я думаю, если ты всю банку съешь, тогда все быстро начнется. Ну, пока горошек переварится, чтобы уплотнить звучание баса. Я могу перестараться и реально обосраться. О, да. Тогда получится 2 трека. Есть, тихо. Запись, срочно. Блин, могу обосраться. Блядь, он пердит прям без поп-фильтра даже. Ну, надеюсь, да. Пишем. Сейчас насру, кажется. Ну, это вообще жиденький. Ты чувствуешь что-то? Ты поймешь, когда оно. Это как вдохновение. Это был самый сложный пердеж в моей жизни. В общем, драматический, крайне драматический момент. Сколько я не пытался выдавить из себя, у меня ничего не получалось. Я думал о Black Star, я думал о Тимати. Ничего у меня не получалось. Пиши, как этот момент-то подкараулить, блин. Может, ты ноги прям до ушей поднимешь? Давай. Ноги держи. Вот комменты про напердел в микрофон, когда актуальны. Ну, пока ничего. Ну, ё. И длилось это долго. Наверное, 2 часа. 2 часа мы ждали, пока я смогу дополнить этот бас. Вот, наконец. Из моей жопы. Вылетел он. Кажется, что-то есть, господа. О, тихо. Тишина всем. Я обосрусь. Ебать, мать, что взнул. С днем пердежа. Господи, боже мой. И так я предполагаю, что запахло. Пишите в комментариях, что вы Моргенштерн опять нарыгал. Не чувствуешь, нет? Пердел в трей. Вот теперь и... Не чувствуешь? Вот теперь напердел. Все, вы все это время слушали пердеж. Поздравляю. Добились своего. Понравилось. Идите еще раз послушайте. Представляю, сидят черные ребята в Америке такие. Ну это я никак не от мастера. То есть, ну я слышу. А если они скажут, типа, вам пердали в бас, тогда наш план рухнет. Черные чуваки такие, нет. Ну это точно понос.
Я же говорю, вы издеваетесь. Черт возьми, да я вообще тебя не трогал. Нафиг ты мне нужен? Он решил идти на рожон. Ну и я тогда пойду, в общем, до конца. Действительно, репутационный был нанесен сильный очень удар. И это один из тех случаев, когда съехать как-то и отмазаться, ну... С этой обезьяной! Чтобы никто дела не имел, чтобы следа от него не осталось. Вот я вот на одной сцене стоять не буду. Срать на одном поле я с ним не сяду. Где же этот пердёж-то, как бы непосредственно? Чебучели, блядь, чебупели. Понятно.